С горячим чаем и баурсаками вышли на улицы школьники Тараза. Согревали они им сотрудников коммунальных служб, которые с утра до вечера трудятся на морозе. Неделю назад в Таразе прошел обильный снегопад и заметно похолодало. Школьную акцию поддержали волонтеры. Они вышли на очистку улиц. Этой акции мы хотим подарить тепло и поблагодарить сотрудников коммунальных служб за выполняемую работу в такие морозные дни. Мы обращаемся ко всем школьникам и волонтерам Казахстана поддержать наш челлендж. Мы были рады, что сегодня нас поддержали волонтеры и школьники. Спасибо большое за их неравнодушие. Пусть таких добрых акций будет больше. Очень порадовали.